Всем привет, продолжаем мы прохождение игры Europa War 2. Играем мы по-прежнему за Германию. В прошлой серии начали захватывать Грецию, где копились мои союзники-итальянцы. Почему они со мной не воюют? Я бы хотел с ними уже воевать. Мне уже вообще пофиг с ним воевать. Могу со всеми оставшимися. Так, все, завершаем ход. Смотри, опять нас там разбомбили. Аж 8 всего танков осталось. Так, вот вернулся к нам. Продолжаем прокачивать Грецию в экономическом плане. Ой, не сюда кинул войска. Ай, жалко. Ну ладно, лишний расход на чистину. Давайте пускай 28 будет для верности. Чтобы уж нас вообще там не разбомбили. Завершаем ход. Так, надо вообще положить конец этим полякам. Наверное, после Греции на Польшу мы набросимся. Опять бомбят. Ну, у меня там запас войск есть.
Так, вот опять к нам вернулся. Так, куда еще добавить? Здесь все нормально. Да, уехал. Да, вот еще все. Так, сюда вот надо добавить. По-любому. Thank you.
Я сейчас убью, уже убили. Так, еще одну ход успела сделать. Следующую часть третью захватываем. Все захватываем Среднюю Грецию. И завершаем ход. Ты что здесь лежишь, блядь? Даню. Что это? Серёж, ты что не разобрал в диван? Тихо, чувак. Серёж. Бегом. Ты что дерёшься? Пойдём. Так, возвращаемся к игре. Так, на этом завершаем. Всем пока.